Я нажал, привет, рассказывай, как у тебя дела, давай. Здравствуйте. Да вот был на чемпионате мира Так. среди молодежи до 17 лет. И Чемпионат мира по какому виду спорта и где он проходил? по спорту хоккей был в Канаде. Молодец, ты хоккеист. И результат? Это что такое там? Это золото. Ты получил золото. Да. Ты молодец какой, слушай, надо же, а. Молодец, я тебя поздравляю. Ну ты Спасибо сам большое. доволен, ты сам доволен? Очень. Ну хорошо. А теперь скажи, ключ применял там хотя бы раз? Да. Что ты делал для этого? Ваше упражнение. Ну молодец какой. Слушай, я так рад за тебя. Я вот сейчас мы поместим вот это видео, что мы сделали. Для участников нашей школы «Человек будущего» Homo Futurus. И пусть все смотрят, и все радуются за тебя, и все поздравляют. Ладно. А ты мне через 5 минут перезвони, и мы поговорим более Хорошо. подробно. У меня есть тебе вопросы. Я хочу тебе дать еще несколько приемов, чтобы ты потом не только на этом чемпионате, а на всех чемпионатах золото получил. Давай. Через 5 минут перезвони мне. Хорошо.